9 лидеров различных христианских служений были арестованы после проведения молитвы в офисе министра юстиции Австралии, рассказал портал Invictory. Австралийские лидеры христианских служений и церквей устроили молитвенный протест против высылки в лагеря для беженцев на Тихоокеанском острове Науру 267 мужчин, женщин и детей, ищущих убежище в Австралии. Местом проведения молитвенного пикета был выбран офис министра юстиции. Большинство из этих беженцев в свое время были перевезены в Австралию с Науру, потому что нуждались в серьезном лечении. Более 30 из подлежащих депортации – дети, рожденные уже в Австралии матерями, которые ищут здесь убежище. Правительство не разрешило им остаться и собирается отправить людей назад в лагерь. Христианские лидеры собрались в офисе министра юстиции Майкла Кинана в рамках движения «Любовь прокладывает путь». В результате молитвенного протеста полиция арестовала 9 человек и освободила офис министра юстиции от протестующих.